Всем здравствуйте. Вот приехали на такое вот замечательное озеро. Уже 7:30 вечера. Солнышко слепит. Тепло. Вообще очень хорошо. Сегодня планируется рыбалка на резинку. На такая вот снасть. Пробуем на нее половить. Глубина тут маленькая. Затянем метров, не знаю, на 30-40. Посмотрим, что можно поймать на такой глубине. Размотали резинку, разложили вот так вот колышек, где крючки зафиксировали. Сейчас будем разматывать, где у нас груз. Чуть-чуть дальше его тащу. И будем на лодке затягивать туда. Пора затаскивать эту красавицу. Уэк! В этом деле главное не спешить. Вот так, в принципе, нормально. Смотрим. Ух ты! Это уже, по-моему, довольно серьезный натяг. Сейчас еще чуть-чуть. Уже камень начинает подавать. Пипец. Итак, друзья, резинка порвалась прям в озере. Достал ее, сейчас примотал новую резинку, вот такую. Фу, сейчас пойдем на второй заплыв. Погнали! Вот такая красота, друзья. Взял камеру, забыл показать, как скидывал груз. Затянул резинку. Увы, далеко она не затягивается, я не знаю, ну может быть метров 35. Где-то вот сами крючки ушли. Я как самый настоящий истинный рыбак забыл наживку и в последний момент купил опарыша. Ну еще есть, конечно, хлеб. Вот будет сегодня хлеб и опарыш. Взял точилку с собой. Сейчас надо наточить крючки. Так, берем точилочку. Вот она, вот так это все выглядит, вся моя система. В чем плюс точилки? Крючки тупые. Вот берешь и начинаешь вот так подтачивать, даже не снимая их с резинки. Кто-то тоже ловит. Во, уже острее крючочек. И так каждый. Вот, смотрите, за что я люблю резинку. Так это за вот этот вот момент, когда вот так раз, и она уходит в водичку. Пошла красота. И вот так. Это самое классное в резинке. Вот вообще. Ее долго ставить, она как бы муторная. Пока поставишь ее, но зато вот этот момент самый шикарный. Вот.
По-моему, ребята, первая рыба. Да, ребятки, есть рыба. Офигеть. Есть рыбка. Не знаю, большая, нет? Черт, сошла. Блин. Но была. Это значит, что клев, возможно, сейчас пойдет. Что-то сидел, вообще ничего не было. Прям долго. Ладно. Запускаем. Всем доброе утро. Проснулся. Что-то очень плохо спалось. С непривычки первая ночь на твердой земле. Очень так тяжело. Ночью была поклевка. Слышал, как очень сильно клюнула резинка. Но я не стал уже выходить, смотреть, проверять. Никого нету, уже чувствую. Рыба сошла, которая была. Опарыш за ночь. Ванабиоз, что ли, непонятно. Он вообще еле-еле двигается. А вот там кто-то плещется. Сейчас мы подцепим. Что-то в этот раз рыбалка полна приключений. Решил немножечко подточить резинку, чтобы она была поближе. В итоге оборвался груз. Вот он лежит. Леска чистая осталась, груз остался где-то там. Видно, зацепился за какой-то вот камень. Камни-то тут есть. Вон они там, если видно, лежат. На дне тоже такие есть. Возможно, зацепился и поэтому порвался. Следовательно, резинку теперь вытащить тоже будет невозможно. Крючки-то, конечно, вытащу, а вот саму резинку, скорее всего, нельзя. Вот с утра, где-то с 6:30, наверное, 6:00, и сейчас уже 8:00, вот только-только вот сейчас одна единственная поклевка была, все. Сказать, конечно, что у меня там миллион наживок, я там все перепробовал, нет. Но вот у меня опарыш, хлеб, я уже бойлы нацепил, думаю, может быть, что-то на бойлы возьмет. И все равно это ничего. Ночью единственное, я поймал одну небольшую рыбку, буквально с палец, под лещечко. Ну, я даже снимать его не стал, там реально, ну, такая вот рыбка, я выпустил ее сразу. Вот такие дела. Вообще ничего не клевало. Вытащил резинку свою полностью. Удалось вытащить. Резинкой вытащил груз. Это, конечно, очень эпично. Ни разу такого у меня еще не было в моей практике. Но вот появилось.